Все помнят, как смачно топтались по Светлане Тихановской патриарх белорусской политики Зенон Позняк и Павел Усов во время их визита в Украину. И вот теперь пришла ответочка. Им самим дали мощного пенделя и отменили их встречу в парламенте Литвы в знаменитом конституционном зале. И, как говорят, сделано это по просьбе Светланы Тихановской, которая решила показать, кто же в Европе является самым влиятельным белорусом. Да, в Украине, благодаря полку Костуся-Калиновского, Позняк, Усов имеют большое влияние. Но в Европе другие правила. И вот почему Позняк своими обвинениями Светланы Тихановской в том, что она агент ФСБ и КГБ, фактически обвиняет в сотрудничестве с этими структурами МИД Литвы. Потому что, как вы знаете, Светлана Тихановская поддерживается непосредственно литовским правительством, а также всеми остальными членами Евросоюза, с руководством которых она встречалась неоднократно и выступала в том числе в Европарламенте. И получается, что Позняк считает, что все эти люди финансируют, поддерживают и работают с ФСБ. Естественно, МИД Литвы такое в свою сторону пропустить не мог. Поэтому великого Позняка и его перспективного подавана и отправили подальше из литовского сейма. Какой выход? Ну, я вижу только один. Господину Позняку и Павлу Усову переселиться в Украину, где действительно они контролируют поляну. Ну, а в Европе царица горы другая, и зовут ее, судя по всему, Светлана Тихановская. Вот такой забавный кейс белорусской политики.